Каким признакам можно определить обморожение? Что следует предпринять в первую очередь, а чего делать не стоит? Кожа начинает твердеть, становится белого цвета, возможны водяные пузыри. Значит, при обморожении что необходимо? Согреть место обморожения, но согревать нужно не резко, желательно наложить повязку из полиэтилена и дать пострадавшему горячее питье, лучше чай. Ни в коем случае нельзя давать алкоголь, нежелательно давать кофе. Ну и в дальнейшем переместить, конечно, пострадавшего в теплое место. Если это возможно, вызвать скорую помощь, да, по телефону 03, либо обратиться к спасателям по телефону 01, либо 112.